Танцуем вместе падает эту песню. Танцуем вместе падает эту песню. Ну, к сожалению, Сонечка на, на, дорожке еще немножко похалтурила и вращение одно не додержала. Но в остальном потрясающий прокат, конечно. Тройная Аксель прыгнула, как будто бы она его не в первый раз прыгает на соревнованиях, а десятый, двадцатый. Вот настолько это было уверенно и здорово. Так что, конечно, Евген молодец. Я говорю, они именно Соня прыжки очень здорово подтянули. Девочка два года назад еще, она еле каскада 3-3 прыгала. У нее в произвольной программе не было каскадов 3-3, потому что она не докручивала тулуп. А сейчас и каскады лучше стали, и еще вот она тройной аксель теперь прыгает. Ну, просто замечательно. Но надо дорабатывать, конечно, вращение. Ну, может быть, она просто так и решила на будущее. То она получила 83 балла. 2 балла – это у нас бонусы. А так, если бы еще и вращение додержало и нормально бы сделало на хорошей скорости и дороже на дорожке не халтурил, вот что самое главное, что самое такое. Девочка-то у нее, она, я, я говорил уже сколько лет назад, что она абсолютный талант во всем. Единственная беда с прыжками. Теперь и прыжки починили. Но что касается владения коньком, оно у нее замечательное, но это не было показано. Вот в чем проблема-то. То есть вот сегодня в дорожке это... И в целом в кота... Каты... Ну, может быть, она так просто сильно обрадовалась, что на шагах халтурила. Просто это не было сделано так, как она может. Она шикарно владеет коньком. Но не показала. Сегодня это показала тройную аксель. Теперь будем ждать, чтобы и тройной аксель было еще и шикарное владение коньком. Тогда будет абсолютная победа. Ну, артистизм, музыкальность, все это у нее также есть. То есть обычно бывает что-то одно, а у нее это все. Я об этом говорил три года назад. Единственная досада была это ее прыжки. И смотрите, какой потрясающий прогресс. Так что очень здорово.